Возможность передвигаться в качестве подарка получила ветеран предприятия «Моторсич» Валентина Соломатина. От имени руководства завода коллеги по цеху подарили инвалидную коляску. В этот день Валентине Александровне исполняется 70. Поздравить ее с юбилеем, как и в любой другой праздник, пришли бывшие коллеги из 37-го цеха предприятия «Моторсич», где юбиляр проработала 42 года. Сегодня мы здесь для того, чтобы поздравить нашего бывшего работника цеха 37, Валентину Александровну. Вот, и вручить ей скромный подарок. А подарок – инвалидная коляска. Ее приобрели за счет правкома предприятия. Для Валентины Соломатиной это подарок жизненно важный. В апреле этого года ей ампутировали ногу. И с тех пор она не может самостоятельно передвигаться по дому. Это необходимость, то, что я смогу двигаться по квартире, я смогу выехать даже на ту же веранду и подышать свежим воздухом. Это, конечно, огромная помощь мне, огромная подспорье, что я смогу двигаться. Я буду чувствовать себя все-таки человеком. Тем, кто ушел на заслуженный отдых с цехов предприятия, внимание уделяется всегда, говорит начальник цеха, в котором работала Валентина Александровна. И предприятие всегда готово оказать им помощь. Мы каждого ветерана поздравляем на дни рождения. Ну и регулярно в течение года поддерживаем с ними связь. Если необходима помощь, оказываем как моральную, так и материальную. Юбиляр не скрывает слез. Говорит, что это лучший подарок, который ей приходилось получать на день рождения.